это зовет нас время. Время движется только вперед. Сквозь года и века, через все поколения, на борьбу поднимая свой великий народ. Помни, нет больше силы, чем правда. Каждый, кто занимается фальсификацией, будет рано или поздно привлечен к уголовной ответственности. Да, мы, коммунисты, оставим наше видение развития страны. Мы, коммунисты, оставим нашу программу нашего кандидата. И мы агитируем за нашего кандидата. Но мы согласимся с волей народа, если выборы будут честными. Если результаты не будут фальсифицированы, такова будет воля народа. Всех фальсификаторов к уголовной ответственности. Ни одного голоса Путину. Даешь честного президента. Мы за Зюганова. Что мы не хотим больше так жить? Мы не хотим жить в беззаконии и в безнравственности. Что касается прошедших выборов, мы знаем прекрасно, сколько фальсификаций было. Но самое главное и удивительное, что в самой модернизированной стране, самой прогрессивной компьютерной технологии, мы знаем, что из списки исчезли почти 20% наших избирателей. И мы должны понимать, что жизнь подарена нам не зря, что борьба за свободу и справедливость кипит в наших жилах. Это наше ленинградское, петербургское. Мы должны помнить, что мы петербуржцы с великим прошлым. И я уверен, великим будущим. И будущее в наших руках. Оно наше, и мы не хотим его упускать. Мы не хотим, чтобы кто-то забрал у нас право решать наше будущее. Мы хотим решать его сами. Хотим или нет? Да! Хотим или нет? Да!